В новом учебном году в школах Ненецкого округа открылись 11 профильных классов. Самым популярным профилем стал физико-математический или летный класс в школе номер 1 Наринмара. Там будут учиться 29 человек. Шефство над воспитанниками класса возьмет Наринмарский объединенный авиаотряд. Большая часть сельских ребят отправились учиться в Ненецкую школу имени Пырерки, где открылся помимо универсального класса художественно-технологический. Образование по этому профилю будут получать ребята из Харивера, Варнака, Бугрино, Амдермы, Нельминоноса, а также выпускники городских школ. Кроме базового уровня, ребята будут осваивать профильные учебные дисциплины в зависимости от выбранного направления. Бесплатное проживание и питание предоставляется детям из муниципальных образований на базе пришкольного интерната. В этом году Ненецкая школа имени Пырерки приняла в свои стены и первоклассников. Наравне с другими учреждениями общего образования там проводился набор в первые классы для жителей микрорайона «Центральный». Это позволит разгрузить остальные городские школы и максимально сократить количество обучающихся во вторую смену. Сегодня чудесный день, и вы сейчас все можете загадать желание, и оно обязательно сбудется. Можете загадать желание про школу, про оценки, про друзей. Детские голоса сменяются минутой тишины, ведь наступает самый ответственный момент. На первом в своей жизни уроке ученики первого класса школы имени Пырерки загадывают желание. Два, три, четыре. Можно только догадываться, о чем мечтают 23 юных ученика. Впрочем, дети своих желаний не скрывают. Ты сейчас вот глазки закрывала, желание загадывала. Что попросил, что загадал? Остаться в этой школе. Да ты что? Ты хочешь в этой школе остаться? Потому что здесь очень хорошо. Учиться хочу я и стать классником. Кем стать? Классником. А что такое классник? Это когда взрослый классник ходит в школу и хорошо учится. Первый день в школе как старт в новую жизнь, где будут уроки, оценки и новые друзья. А друзей тоже успел познакомиться с кем-то? Да, вот. С ним познакомился. А как зовут его? Как его зовут? Ха-ха. Еще Руслан Горлин сегодня познакомился со своей первой учительницей Надеждой Каневой. Надежда Константиновна – педагог с 28-летним стажем, влюбленная в свою профессию. Очень счастлива даже, что я сюда попала. Вы сегодня своим учеником на первый день тоже видели? Первый день увидела, да, очень ждала этой встречи. Думала, какие же они будут. Все замечательные. Эти замечательные дети – городские жители. В этом году школа имени Пырерки наравне с другими учреждениями общего образования проводила набор в первые классы. У нас в школе реорганизация. Теперь мы обычная городская школа. И при школе есть общежитие, в котором проживают дети из населенных пунктов округа. В этом году уже 1 февраля, когда был объявлен набор первоклашек, уже родители стояли в коридоре и записывались, потому что хотели попасть именно в нашу школу. И сегодня утром еще одна родительница написала в школу заявление, потому что хотела именно в нашу школу и ждала, когда мы сформируем классы, чтобы попасть именно к нам. Всего в этом году первый раз за парты школы имени Пырерки сели 34 ученика. Несмотря на разные вкусы и предпочтения, есть у них одна общая мечта – хорошо учиться. Для этого в школе сегодня созданы все условия – просторные светлые классы, современное техническое оборудование и влюбленные в свою профессию педагоги. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».